Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В каких случаях он применяется, нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в соответствии со статьями 76 прим. 2, 104 прим. 4, 104 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что применение такого вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно в тех случаях, когда лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненное преступлением вред. Совершение таким лицом впервые нескольких преступлений, небольшой или средней тяжести, не препятствует освобождению его от уголовной ответственности. Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей, особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, размер судебного штрафа не может быть более 250 тысяч рублей. При этом размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. Судебный штраф, назначенный в качестве меры уголовно-правового характера, не является уголовным наказанием и судимость не образует. Кроме того, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности.